будем готовить мороженое с моей подругой Олей. Сейчас мы возьмем пакетик и высыпем этот смесь сюда. Ну да. Тарелочку. Потом будем добавлять воду и мешать венчиком. Заливай. Давай сначала высыпай. Что там все сюда? Крупу. Уже пахнет так вкусно. Ванилью. Должна да. получиться вот такая мороженка. Надеюсь, получится. Прикольно. Надо долго мешать, чтобы размешалось и растворилось хорошо. И чтобы получилась пенка. 2 hours later. Мы все хорошо перемешали. Теперь мы сейчас откроем холодильник и положим нашу смесь на 2 часа в морозилку. 2 hours later. Прошло 2 часа! У нас застыла сама смесь. Сейчас мы будем накладывать в рожки мороженое. И потом, если захотим, посыпем такой посыпкой. Мы накладываем в рожки мороженое, которое у нас застыло. Интересно, оно будет вкусное? Да. Как на той фотографии? Да. Вообще красивое, у меня лучше всех. А у меня еще лучше. Ты много мне добавляешь стрипковое мороженое. Почему эти рожки такие маленькие, вообще не понимаю. Для лилипутиков. Вот такое у нас мороженое получилось. Получилось красиво. Некоторые не хватило, но это ничего страшного. Мне очень. Они такие красивые. И с посыпочкой еще такой. Очень вкусные. Угу. Я оторваться не могу. Если вам нравятся мои видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!